Всем привет! Сегодня я буду показывать свои топ самых любимых икеевских продуктов. Вот я их так вот расставила красиво. Первая моя любимая вещь — это вот такие прихватки. Вот такие прихватки под горячее. Мне они очень нравятся, очень легко и удобно ими доставать. И чувствовать вообще вот как бы прикосновение с стеклом или с формой. Очень удобная штука. Вот такие вот лопаточки. Они красивые сами по себе и очень функциональные. Маленькой лопаточкой я смешиваю крема, а большой можно пользоваться, она термостойкая. Классные лопатки, всегда ими пользуюсь. Это можно заметить по моим видео. Следующая вещь, которая мне очень нравится, это вот такой вок большой. Видите, какой он огромный. Я не знаю, сколько здесь литров, а объемный, видите. Он у нас больше года живет и вообще никаких нареканий. Изначально я его купила по рекомендации и теперь сама рекомендую, потому что очень классный. Ничего никогда из него не выпрыгивает, потому что он глубокий и классный. Прям вообще must have. Стеклянная миска. Вот казалось бы, в ней ничего нет особенного. Обыкновенная стеклянная миска, да? Но обратите внимание, у нее нет никаких вот выпуклостей, каких-то непонятных форм. Она в какой-то момент снималась с производства, но потом ее снова вернули. И я вот ее недавно снова приобрела, потому что большая у меня лопнула на водяной бане, что делать не рекомендуется со стеклом. Вот. И купила снова, очень люблю смешивать всякие крема или тесто, очень удобно. Следующая вещь, которая мне очень нравится, это вот такая прихватка с петелечкой, с дырочкой под горячее. Очень удобно ставить на нее горячее, она красивая. Переходим к этой стороне. Здесь тортовница привлекает первым делом внимание. Очень объемная, большого диаметра. В ней можно хранить не только тортики, но и ставить какие-то печенья, бисквиты, кексики и даже свечи. Вот это просто то, что должен покупать каждый, заходя в Икею. Это полотенца, самые обыкновенные. Я их покупаю довольно часто, потому что они изнашиваются. И недорого стоят. Их здесь в упаковочке, я не помню сколько, раз, два, три, четыре. Четыре, да. В упаковке стоят недорого и выглядят симпатично. Классная штука. Ну и то, что уже вы видели на других видео, это емкость для хранения. Вот так выглядит. У нее прорезиненная крышечка, что помогает плотно прилегать к краю стекла и не запускать туда лишней влаги, воздуха и прочего. Вот такая вот баночка. Очень классная, мне нравится. Следующая вещь, очень классная в Икее, это вот такая вот форма со съемным дном. Так вот. Дно вынимается и вставляется. Вот, очень удобная для выпечки тартов, чтобы легко вынимать.
И вот такие вот стеклянные формы из Икеи, я ими тоже постоянно пользуюсь, очень классные. Вот в этих я выпекаю постоянно какие-то блюда. Вы могли видеть их на роликах. И вот такая вот классная штука, вообще офигенная, потому что здесь сама цепляется крышечка, и вот так вот может удержать ее корочку. Тоже очень классно для хранения в холодильнике что-нибудь, салатик какой-нибудь спрятать под крышечкой. Вообще не люблю, в принципе, в холодильнике, когда что-то не накрыто еще пленкой или крышкой, поэтому классная штука, советую. Ну что ж, это топ моих любимых предметов из Икеи. Если у вас тоже есть какие-то любимые вещи, то показывайте, пишите в комментариях, делитесь. Ну, а я буду что-нибудь еще готовить и показывать это в следующих видео. Всем пока!